Сегодня 22 июня 2015 года, город Кинешма, Подшивалская гора. 168 часов уехали на место, о котором много писали на протяжении последних 2 лет. Мы писали о том, что в данном месте реальна угроза обрушения грунта под автодорогой. С нами постоянно выезжал на место инженер-геофизик Петр Шапарев. Он как раз говорил о умывании грунта на нижних горизонтах и о том, что может произойти вот такое. Смотрим колодец. Обвалился сегодняшней ночью асфальт, с ним часть грунта под ним. Но самое интересное другое. В прошлых публикациях, за прошлый и прошлый год, мы рассказывали о 2 провалах здесь, которые, в конце концов, городские службы хозяйства, они засыпали летом 2014 года. Вот один провал он выдержал, натиск воды сегодняшней ночью, а второй провал нет. Взгляните. Глубоко и широко. В каких-то нескольких метрах как раз автодорога. Городским службам на заметку.